Сегодня исполнилось 143 года со дня рождения Владимира Ильича Ленина, великого революционера и основателя первого в мире социалистического государства. В прежние годы в этот день не обошлось бы без масштабных мероприятий, в том числе и в Воронеже. Сегодня же коммунисты ограничились возложением цветов к памятнику Ленину на главной городской площади. Это была инициатива Воронежского обкома КПРФ и патриотических общественных организаций, союзников партии. Пришедшие даже провели небольшой митинг под девизом «Каждый, кто честен, встань с нами вместе». Сегодня рабочий день, и поэтому тут вы видите то, что видите, то есть наше поколение. И удравший школьник с уроков. Я, к сожалению, вынужден был тоже с работы так вот удрать, взять отпуск, тоже пока еще работаю. Для нас Ленин является символом, как говорится, борьбы за советскую власть, символом всего лучшего, что есть, как говорится, народ. Что Ленин для нас всегда останется, как говорится, не только памятью, но и примером. Собравшиеся у памятника еще долго не расходились после возложения. Читали стихи, посвященные вождю, обсуждали его роль в истории нашей страны. Не обошлось и без критики современных политиков. Впрочем, день рождения Ленина отметили мирно, без громких речей. На площади не было даже первого секретаря обкома КПРФ Сергея Рудакова. Вообще же имя Владимира Ильича из уст нынешних коммунистов звучит, пожалуй, лишь в его день рождения. В остальном же партийцы опираются на заветы Иосифа Виссарионовича Сталина, о чем они открыто и говорят.